Часть трассы через аль-Qaboun очищена, но на нескольких ее участках боевики активизировали нападение на проезжающий транспорт. Пора положить этому конец. Под прикрытием танков боевые машины пехоты высаживают десант. Пехота пошла на штурм. Одна за другой машины идут к точке высадки. С одной стороны дороги закрепившиеся в домах бандиты, с другой к дороге пытаются прорваться остатки окруженной и уничтожаемой группировки с правого фланга. Давай, 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 давай
الدباب الثالثة رجعنا ورا شوي رجعنا ورا شوي الدباب الثالثة يلا 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 بسرعة يلا يا رياض رجع بأقصى سرعة بأقصى سرعة تحرك يلا الرابعة يلا خي يلا Высадка десанта завершена, и БМП уходят за следующей волной. Танки же выстраиваются для охраны участка. Обнаружена группа боевиков, пытающаяся укрыться в новостройке. При виде этого бойца вспоминаются слова из детской считалочки. Кто не спрятался, я не виноват. Вторая волна десанта на подходе, и танки вновь выходят на ее защиту. Водитель автомобиля понял, что сегодня на трассе слишком тесно. Часть бойцов высаживается и идет на штурм сходу.
на огонь танков и БМП не дает террористам возможности атаковать десант. Передовой спешит машина с раненым. Солдат отправляется в госпиталь, а следующая группа десанта в бой. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.